100 самый строгий знак зодиака. Астрологи назвали 6 самых строгих знака зодиака. Только перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь. И в Телеграме вы можете узнать свое будущее по дате рождения, советую посмотреть. 6 место Тельцы. Телец не строгий, но требовательный. Он очень принципиален и с некоторыми вещами не готов мириться от слова «совсем». 5 место в нашем рейтинге занимают Львы. Льва трудно назвать строгим начальником или родителем, он, скорее, оценивает людей в целом и не придирается к человеку по мелочам, если по большому счету тот его страивает. Требователен он к тем, от кого зависит его здоровье и внешний облик. Парикмахер ему нужен только высококвалифицированный, а доктор – с хорошей репутацией, и это его право. 4 место – Скорпион. Строгость Скорпиона напрямую связана с его самолюбием. Чем бы ни занимались окружающие его люди, он намного будет смотреть сквозь пальцы, если они не задевают его интересов. Если же, по мнению Скорпиона, его интересы и чувства каким-то образом задеты и он расценит чужое поведение как неуважение по отношению к себе, он начнет вести себя строго, даже если это и выглядит неуместным. 3 место – Козерог. Козерог очень строг по отношению к чужим людям, подчиненным и требователен к людям, с которыми его связывают сугубо деловые отношения. По отношению к членам своей семьи, особенно к детям, он ведет себя совершенно иначе и на многое закрывает глаза. 2 место – Овен. Овен строг и моментами даже суров. Те, кто перед ним хоть в чем-то провинились, чаще всего долго пребывают в моральном напряжении. Есть, однако, у Овна одна особенность, благодаря которой в нашем рейтинге он занимает не первую, а все же вторую позицию. Овен снисходителен и даже слеп в отношении человека, в которого влюблен. Сильные чувства мешают ему оценивать некоторые ситуации объективно. И 1 место по строгости занимает, вы, наверное, уже догадались. И это Дева.